ты должна сопроводить меня на встречу выпускников, с которыми мы не виделись 17 лет, и представиться моей женой. Ты меня понимаешь? Заказать тебе пиццу? Как будто и не было этих 17 лет. О, не говори. Где работаешь? Что на личном? Я же женат. И кто она? Я не верю своим глазам. Как такое возможно? Такой женщиной, как я, вам никогда не завоевать. Козу мы твою трогать, конечно, не будем. А вот тебя, как в старые добрые времена. Ребят, не надо. Нельзя никого убивать. Почему? Ну, ты смотрела «Терминатор 2»? Секунду. Скачиваю. Смотрю. Ага. Я тебя поняла. Девушка, назад! Руки на машине! Будут жить. Калинин Иван, я полагаю? Да. Этой ночью кто-то вломился в лабораторию. Со склада пропал прототип боевого мультифункционального устройства в опричнике 112. Твою мать! Мама! Че ж ты молчал-то? Как меня угораздило стащить именно это? Я вешу 250 килограмм. Какого хрена? Я боевой андроид. В случае угрозы военный протокол в приоритете. Как же с вами роботами тяжело! Ты мыслишь. Ты личность. Твоя личность мне не безразлична. Сиськи 4-го размера тебе не безразличны. Да ну тебе. Твою мать, это андроид. На, обезвредить. Бежим. Блин, что делать? Жми на газ. Если меня поймают, меня посадят навсегда. И что? Это измена родине. Не бойся, я никому не расскажу. Программное чувство юмора. Оно самое. Лин. Что? У тебя там это, пуля прилипла.